Всем здравствуйте! Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем ролике продолжу эксперимент по подсказкам и энергиям на неделю. В прошлый раз я как-то не увидела такого большого отклика, поэтому я решила попробовать еще два раза. Как говорится, Бог троечку любит. Вот, троицу любит. Поэтому я посмотрю на этой неделе и на следующей. Если я увижу, что как-то вам не очень отзывается, то я не буду записывать такие расклады. Поэтому сегодня я сделала один, решила сделать один. Стул у меня скрипит. Один записать ролик вместо двух и в нем вот прям сразу рассмотреть подсказку на неделю и энергию недели. Выбрала три колоды, карты вытащила заранее, чтобы сэкономить время. Вот, и давайте приступим. Так, энергия новой недели. Какая она у нас будет? Девятка кубков. Знаете, кто выбрал эту колоду по девятке кубков? Я бы сказала так, что либо у вас есть необходимость вот в каком-то отдыхе, да, наслаждение, удовольствие, либо... здесь такое чувство, смотрите, на этой карте отсутствует полностью голова, да, и мы видим корону, но нету головы, и при этом много разных яблок, и человек здесь сидит в такой достаточно расслабленной позе. Чувство, что вот прям не хватает отдыха в каком плане? В плане того, что человек очень много думает. Видно, да, там вам, наверное, если недалеко. Человек очень много думает. И в какой-то момент вот он от своих размышлений устал. Поэтому эта энергия будет связана либо с какими-то умственными процессами, когда вам будет прям такое, знаете, вот ощущение необходимости освободить голову. Как-то вот переключиться на что-то, будет желание как-то, ну, какого-то забвения такого, да, вот забыться. Прям у меня прям такая тяжелая-тяжелая голова, хочется ее снять и просто сесть, знаете, вот иногда бывают такие состояния, когда хочется потупить, ничего не делать, ни о чем не думать, такая вот просто усталость, хочется как-то вот что-то сделать для себя, наслаждение, какое-то собственное удовольствие. Как будто бы, знаете, вот вкусить жизнь, остановка какой-то жизни. Здесь моменты некого такого отдыха, что ли. Вы знаете, как это? Выйти на перекур. Вот действительно как-то вот переключиться от того, чем вы занимались. Поэтому с одной стороны, либо будет очень много мыслительных процессов, и вам захочется как-то отдохнуть, либо с другой стороны, наоборот, прям вот необходимость отдыха, и вы будете действительно наслаждаться жизнью. То есть все вас будет устраивать, да, вот вы будете прям получать удовольствие на этой неделе. Это энергия. А подсказка, что вам нужно знать, ну вот прям вторит шестерка кубков, да, здесь мы видим в колоде Таро сумасшедшего дома пару, которая включила здесь, значит, проигрыватель, да, и как старая пластинка такая, и пара прекрасно танцует. И неважно, что мужчина находится в этой паре, танцует вот именно с одним тапочком, да, второго тапочка нет. То есть вот подсказка, знаете, наслаждайтесь. Вот здесь не хватает какого-то хорошо забытого состояния, когда вам было легко. Вот, что энергия, что подсказка этой недели говорит о том, что вот хочется расслабиться, как-то отдохнуть, может быть, действительно как-то потанцевать. Вот здесь необходимо прям вот поднять настроение. Но не в плане того, что вот должно быть прям так радостно-радостно. Да? Здесь не про радость, а здесь вот какую-то такую, знаете, ностальгию. Либо вам нужно будет обращать внимание на какие-то мечты, на какие-то планы, которые были у вас в прошлом. То есть пришло время их как-то реализовывать. То есть хорошо забытое старое, на него нужно обратить внимание. И, возможно, люди будут возвращаться из прошлого. Такое тоже может быть.
Возможно, здесь встречи, я не думаю, что здесь будут проходить какие-то знакомства, но вот, скорее всего, встречи с людьми, с которыми вам было когда-то хорошо, с которыми, которых вы хорошо знаете. Также здесь, как подсказка, можно сказать, обращайте внимание на то, что вам не хватает, возможно, доверия. Что не хватает вот именно сейчас ощущения какой-то вот безопасности, расслабления. Не хватает веселья. То есть, в общем, я могу сказать, что по энергии недели, что по подсказкам, здесь не хватает состояний. Состояние, когда мне хорошо, состояние, когда я улыбаюсь. Возможно, у вас здесь будет какая-то ностальгия. Здесь чувство непокрытой потребности именно в наполненности. Да? То есть здесь вот эмоциональной наполненности не хватает. Угу. Будет такое, знаете, вот ощущение, что так, как было в прошлом, уже сейчас не будет. То есть не каждый год и все лучше и лучше, а наоборот, каждый прошлый год он все был лучше и лучше. То есть какое-то вот, ну это мимолетное ощущение того, что каким-то образом вы будете обращать внимание на прошлое. Может быть, кто-то здесь будет обращать внимание на детей. На своих детей, на чужих детей, не знаю, какие-то заботы здесь тоже могут быть. Но вообще энергия, она такая приятная, знаете, энергия флирта, легкости. Может быть, весенняя погода будет как-то радовать, и вот будет вот это, вот, знаете, ощущение какой-то свежести. Но легкий ветерок свежий, он все равно каким-то образом соприкасается с прошлым. Вот как-то, вы знаете, вот навеяло что-то из прошлого, но это будет приятное, это не будет такое грустное, либо там, я не знаю, что-то такое болезненное, нет, это будет приятное. Вот вы будете получать удовольствие, наслаждение на этой неделе, вот прям необходимо вам получать удовольствие именно для себя, не давать дарить удовольствие, а наслаждаться самому. Вот такие у нас карты выпали. Переходим к второй вот этой колоде, да, эпического Таро. Энергия недели. Так, перевернуто, да, вот так. Ну, здесь очень важная неделя будет на самом деле, потому что выпадает император. Сейчас, секунду. Видно вам, надеюсь. Выпадает император, энергия. Здесь, знаете, энергия такая активная, огненная достаточно. Хотя император сам по себе, он не подвижный, но у меня такое, вы знаете, ощущение того, что вы как будто бы вспомните что-то такое очень важное, да, вот какая-то искра зажгется внутри вас. Какой-то огонек. Здесь вот то ли осознание будут, то ли понимание какие-то, инсайты могут прийти, связанные с тем, что мне дальше делать, куда мне дальше двигаться. И здесь, если долгое время вы как-то не могли решиться на что-то, то здесь уже появляется решительность, здесь появляется желание и двигаться дальше. Движение. Здесь есть готовность, здесь появляется уверенность в себя, в том, что, в то, что у меня получится. Если где-то, допустим, вы колебались по поводу того, пройти вам собеседование или нет, там, как меня будут спрашивать, получится или нет. Здесь ощущение такое, что, знаете, вот просыпаетесь утром, и у вас есть полная уверенность, что все будет хорошо. И вот вы встаете и идете с полной уверенностью. И причем уверенность не в том, что вот вас возьмут, например, на работу, а полная уверенность, что все будет хорошо. И здесь не про результат, а здесь вот опять-таки про состояние. Мы энергию считываем. Уверенности, да, то, что я уже сказала, перемен, чувство, что вот время пришло, настало, что я уже не хочу больше откладывать. Бывают такие моменты, когда мы сами себе говорим, да будь как будет, да, вот, ну, машем рукой и все. То есть я уже как будто бы сдался, но с хорошей точки зрения. То есть я устал бороться сам с собой уже, ладно, пойду сделаю, а там уже решу, как что будет. Вот здесь вот энергия такая.
И у вас будет получаться, получатся те задумки, которые вы решите. Причем эти задумки, они будут как будто бы спонтанны. Спонтанны в плане того, что вы долго анализировали, долго о чем-то думали, долго считали, высчитывали, просчитывали, анализировали всю ситуацию. Вот. А потом в конечном итоге вы не пришли ни к какому результату и лишь решили просто сделать. Вот это не новая какая-то ситуация. Вы давно, может быть, долгое время как-то вот подходили, хотели сделать, оставляли, уходили, потом опять передумывали. И вот сейчас как раз на этой неделе будет самый такой подходящий момент взять ответственность, вот принять. Здесь чувство уверенности, оно вас подталкивает к действиям. И это будет внутри, вы как будто бы вспомните, вот здесь вот какое-то вспоминание, это будет искра внутри вас, которая будет говорить о том, что, как это выражение есть, не помню, я неправильно, может быть, его сейчас скажу, но звучит оно, как этот... тварь трусливая или право имею, как-то вот что-то такое. Я извиняюсь, я точно не помню, но вот здесь вот ощущение такое, что я имею право. Вот это внутренний какой-то посыл ваш будет. Хорошо, давайте теперь посмотрим подсказки. Что нам скажут подсказки? Вот подсказка как раз, смотрите, эта неделя, она будет для вас не случайная, потому что здесь выпадает два великих аркана. Так или иначе, то, с чем вы столкнетесь, да, как будто бы, знаете, вас подталкивают свыше к этим действиям. Подсказка аркана влюбленных, да, здесь о чем говорит? О том, что мы делаем... На что обратить внимание? На выбор. На выбор, как-то, знаете... определиться уже. Вот то, что я говорила изначально, неделя, она будет направлена на продвижение, на движение вперед. Вот здесь вот вам нужно будет обратить внимание на то, что вы выбираете, каким образом вы выбираете. И это не связано только с одной ситуацией. А здесь вот как будто бы на этой неделе, если вы обратите внимание, у вас всплывет сценарий ваших определений и анализа ситуации, как вы поступаете обычно. Если, я не знаю, как-то вот, может быть, где-то у кого-то спрашиваете чужое мнение, да, может быть, где-то чем-то у кого-то интересуетесь, там, я не знаю, в интернете ищете какие-то ответы и потом только принимаете решение. Вот здесь вам нужно... обратить на внимание на это, то есть способ, которым вы совершаете выбор. Почему? Потому что он не случайный. Вот сейчас такое чувство, то, что вы выберете, да, вы как будто бы обучаетесь, либо вас научают, да, быть ответственными. Здесь вопрос не столько в самом выборе, сколько в последствиях этого выбора. Вот вам на это нужно обратить внимание. То есть если что-то вас не удовлетворяет сейчас, да, в данный период, вы посмотрите, как вы выбирали и что-то в своей жизни, что привело вас к тому, что вас сейчас не устраивает. Вот если вы на это обратите внимание, вы выявите какой-то сценарий. И вот этот сценарий вашего поведения, да, сейчас есть уникальная возможность изменить его. Поэтому я и обращаю на это ваше внимание. То есть вот сейчас есть... какое-то, знаете, вот правильное время, да, есть как будто бы поддержка свыше, помощь, невидимая помощь такая, как будто бы вот вам небеса благоволят, но говорят о том, что и ты соверши правильное действие, обрати внимание на то, каким путем ты идешь, каких людей ты выбираешь, да. Вот, и, понимаете, выбор, он должен быть не... как случайный, ну просто со мной случилось, вот со мной человек познакомился, да, и вот я начинаю с ним общаться. Нет, а здесь вот какая-то вот свою меру ответственности, да, то есть вас вот именно на этой неделе будут как будто бы через какие-то определенные поступки, да, действия, с которыми вы столкнетесь, вас как будто бы будут обучать именно ответственности. Показывать, насколько это классно быть хозяином своей жизни. Если вы на это обратите внимание, вот здесь вот ключевой момент того, что вы,
Если вы включитесь в этот процесс осознанно, да, то есть если вы обратите на это внимание, то да, здесь вы получите вот прям и поддержку, и опыт будет позитивный. Но если вы как-то вот по наитию, да, по накатанной не будете обращать внимание, да, то, конечно же, вас судьба будет выводить туда, куда она посчитает нужной. И вы не научитесь ответственности. А вот сейчас на этой неделе вот вам дается прям вот этот вот урок ответственности, он важный. Так, это была вторая колода и третья колода. Энергия новой недели, аркан справедливости. Тоже такой серьезный. Энергия. Энергия непосредственно связанная с документацией, энергия связана с законами, с правильностью, да, с тем моментом, что вы как будто бы увидите истинную обстановку дел. Истины, может быть, тех людей, которые вас окружают, насколько они правдивые, насколько, может быть, кто-то лицемерит. Вот такое ощущение, что на этой неделе вы как будто бы на время слетит пелена с ваших глаз, и вы увидите вот именно реальными, настоящими, так скажем, глазами, да, ситуацию, которая вас окружает. Также энергия, она достаточно холодная, она может быть жесткая, и вам будет некомфортно, если вам не свойственно находиться в таких энергиях справедливости. Но вот на этой неделе прям будет такая необходимость, и вы за собой будете замечать, что где-то вы более грубые, что ли, может быть, где-то жестко отвечаете, да, то есть если раньше как-то смягчали углы при взаимодействии с другими людьми, чтобы не обидеть, то вот на этой неделе вам как будто бы будет все равно, как люди будут реагировать на ваши слова. Вот здесь есть жесткость, это она присутствует. Также обращайте внимание на документацию, на взаимодействие со структурами, на свою собственную дисциплину, да, если там, вы занимаетесь спортом, либо питанием. Если тоже на это нужно обратить внимание. Но на самом деле энергия такая, знаете, вы будете как будто бы отсекать все ненужное. Холодная энергия, холодная, острая, но не огорчайтесь, если на этой неделе вы кого-то отдалите от себя, либо отрежете от себя. Вот прям в этом есть необходимость. Поэтому энергия этой недели, она будет холодная, но она будет справедливая и она будет необходима. Поэтому все, что уйдет на этой неделе, вообще не переживайте. Так должно было быть. Подсказка вам, колесо фортуны. Ну, смотрите, не считая первой позиции, вот, не первая позиция, первая колода у нас отдыхает, вот, а остальные две великие арканы выпадают, да, колесо фортуны. Подсказка. Обращайте внимание на цикличность вещей в вашей жизни. Здесь как будто бы эта неделя, она вам дана будет для зачистки. Зачистки информации, зачистки каких-то прошлых моментов, ситуаций. Может быть, вам нужно будет, ну, реально как-то почистить память своих гаджетов, да, там, удалить какие-то контакты, которые вам не нужны. Здесь необходима вот именно структура. Может быть, кто-то порядок захочет навести дома, какую-то вот генеральную прям затеет. Такой момент тоже может быть. Что еще по колесу фортуны? Как подсказка? Ну, колесо фортуны у нас говорит про сценарий, который постоянно повторяется, как один момент. Второй момент, здесь вам, возможно, нужно обратить внимание на финансовый аспект, да, на здоровье и финансовый аспект. Здоровье, связанное с психосоматикой, то есть переживания, вот какие-то волнения, да, нервные срывы, может быть. А это связано с психосоматикой. Здесь также еще на желудок тоже нужно обратить внимание, да, может быть, болезнь будет. Вот, поэтому питание тоже посмотрите, что вы едите. А с другой стороны, здесь финансовый аспект. Обращайте внимание на свои доходы, расходы, чтобы все было правильно, чтобы не было больших расходов, потому что вы потом будете очень сильно переживать за то, что как-то вот не подумали и потратили.
либо встанет вопрос финансов, да, то есть вы как-то более серьезно посмотрите на этот момент. То есть здесь учет деньгам нужно вести однозначно. И вот для кого-то есть такая информация, что если вы как-то психологически на этой неделе, ну, будете находиться в упадческом таком состоянии, немножечко здесь не меланхолия, здесь апатическое такое состояние, то как будто бы вот вам говорят о том, что не переживайте, все проходит, и это тоже пройдет. То есть вот здесь как подсказка, поддержка кому-то из вас о том, что неделя это и пройдет. То есть не переживайте. Если что-то случается, просто проживайте эти эмоции, но не вовлекайтесь. То есть не находитесь очень долго в каком-то негативном таком состоянии. Не убегайте от него, но и не застревайте в нем. Проживите и отпустите. То есть как-то вот здесь... Нужно быть немножко в ритм того времени, который вы проживаете сейчас. Вот такая у меня была подсказка энергия в колоде «Небо и Земля». Я жду вашей обратной связи. Кто не дал обратную связь по прошлой неделе, напишите. Ну, во-первых, это будет интересно и тем, кто вас будет слушать, читать, скорее всего, да, и слушать прошлый мой расклад, смотреть, насколько отыгрывается или нет. Да, и мне тоже будет любопытно посмотреть, у кого что отыгрывается. Вернитесь к прошлой неделе и прокомментируйте ее, пожалуйста. А я, наверное, запишу еще один расклад на следующей неделе и потом уже сделаю вывод, продолжать такие расклады записывать или нет. Всем отличной недели, всего самого наилучшего. Пока-пока.